Выкладывает шеф 10-2, берем маркировку Адам-1, ставит много. Все, тебе ничего не надо делать, просто. Ну, когда будешь, если какие-то трафик стоп и так далее, то проводить, ну, по тонкодам, получается, прошел, и ты должен, получается, сказать, типа, ты будешь проводить область, а он нужен 10-50, ты будешь проводить 10-46. Тонков ты начальщий область. Да, провожу область. Ты сюда говоришь, типа, выкладывает там второй линии, там, на 1, провожу 10-46. Ага. Потому что в данный момент второй еще бы только ты. Да. Мегафон можешь и ты переключать. Хочешь, да? Видимо, нет. Я сейчас разрешаю на голову, потому что... Блядь. Эх, куда? Нормально. А, он нашелся. Ты видел один, да? Не. Что, трудно ездить? А, не, не надо. Не, не надо. Thank you.
Это лицензию. И он в масочке.
Все, Эрик, поехали. На ВМС нападение. А что он нарушил? По встречке. Быстро мы проверяем и поехали на АВМС. По встречной полосе 3.2 в 15 тысяч. Да, я знаю. Ооо, блядь, здравствуй. Ты ему выписал? Да, выписал. Да, он оплатил. Ой, блядь, смотри, чё, блядь. Блядь у нас... Куда он, блядь? А у него случаем не ГМК? Это не могу. А, спидхак у него, походу. У него двигатель заглух. Личный опыт проводим. Может в этом в гараже? Ну, а то здесь на это. Ну давай, давай, давай. Сажай вот это. О, ФБР. Груш. Груш, да, нет. Его можно на допрос отвезти, в принципе. Стойте! Ты выдал его? Что выдал? Он
Блять, это свой, е. Его. А. Так, кстати, делать нельзя. Что с этим целщиком-то? Да, он в машине сидит. Я просто когда отхожу от машины, он за мной это проходит. Юки Лейн, это кто? Не знаю, но он по мне не стрелял. Юки Лейн, а. Это этот новый град. Все, поехали тогда с целщиком. Садись. Сервер. Я понял. А, целщика слили.